Всем привет, ребят. Ну что, продолжаем наш трешачок. Мы остановились на кошмарке 5. 8. Вот нам осталось ее пройти. Так, что тут у нас череп есть? Будем пробовать разгоняться на черепе. Как вариант. Так, попробуем изначально с тыковки получить разгон. Посмотрим, что получится, насколько разгонимся. Как вариант, здесь можно также, в принципе, и смертью бегать, получать опять же разгон. Ай, не успел я. Получать разгон, и она будет выносить героев. Ну, видите, в принципе, неплохо смотрится здесь и опять же ледяха. Все больше и больше нравится этот герой для подземок. В принципе, многие с ним бегают на лаву. Вариантов очень много есть. Так, окей. Пробуем еще разок. Так, раз, два. Стартуем с тыковки. Ну, вроде замедляет неплохо. Так, мы все равно сливаемся там на втором черепе. 34%. Нам надо минимум 50, чтобы пройти дальше. Две звезды. Такс. Ну, попробуем по стандарту. Так, заморозка. Начинаем с бочки. Так, вроде попали все в щит. Так, 36, 42, 45, 50. Смотрите, как отлично черепов мы замедлили. Так, ну. Давайте, надо на 3. Ну, просто красавчики. Вот так вот, просто изи. 5-8. За пару попыток гарнизон затащил. Какие есть еще варианты? Сейчас вам тоже покажу. Вот ставим сюда, например, чтобы не заморачиваться с черепами, да. Ставите одержимого, он снимает баф. Ну, пусть будет такой вот одержимый у нас первый. Ой, правда, все-таки. Так, одержимый есть, поехали. Магию взяли. Можете поставить сюда единорога, он тоже будет снимать. Так, это следующее нам сюда. То же самое, раз. Два заморозили. Надо было, конечно, стартовать все-таки не с тыковки, а с бочки. Ну да ладно. То есть он снимает бафы с черепов. Соответственно, череп будет без скилла. Его без проблем опять же тоже затащите. Как видите, черепа нифига не могут сделать. Вот сейчас одер как раз против черепа. Не, не успел, к сожалению. Ну, он у нас слабенький. Ну, 55%, как видите, тоже есть. Такой вариант. Донатными героями, думаю, там вообще без проблем. Давайте покажу. Сейчас возьму место одержимого. Ну, поставим смерть. Так, и... Вместо ангела поставим сейчас Купидона. У меня Валька пока не прокачанная. Вот Купидон у нас будет. Вот такая вот сборка. Стартанем мы сейчас с почки опять. То есть сделаем все то же самое. Раз, два. С бочки стартуем.
замораживаем все и смотрим. Вот смотрите, как герои пропадают. Это уже смерть дамажит. Вот у вас полностью героев нет. То есть никакой проблемы, скажем так. Если у вас будет смерть, с этой подземкой тоже не будет. То есть на всех черепах можно разгоняться. Соответственно, видите, тоже тут хватает даже троих героев, чтобы ее пройти. Автопрокеров здесь нет особо много, поэтому проблем у вас с этой подземкой быть не должно. Сейчас мы попробуем еще берсовое разогнать. Вот тыковка слилась. Ну, думаю, они без тыковки должны затащить. Такой вариант. Так, окей. Берсовая плюс железная воля. Тот же самый вариант. Раз, два. Начиная с бочки всех выпускаем, чтобы агр был именно на бочку. Усиление. Ну, как видите, сейчас, ну, тоже, в принципе, хватает разгона и атаки хватает. Купидон. Причем у нас Купидон еще не максимальный. Отхила, как видите, у нас нет, только питомцы, поэтому герои так проседают. Ангела мы убрали отсюда. Но тоже без проблем, в принципе. На две звезды затащить можно все. Тыковку слили. Не знаю, добьют, не добьют. Без тыквы, конечно, сложно добивать на 3. Но это, в принципе, не особо сложные подземки, поэтому, думаю, тут проблем тоже особо не будет. Можно также вальку брать. Валька будет давать еще больше разгон. Так. Что тут у нас еще такое интересное есть? Можно попробовать даже с Богом Грома. Такой вариант. Опять же, начнем с бочки. Как видите, бочка просто незаменима героя. Раз, два. Стартуем с бочки. Замораживаем. Усиление. Ну, с Богом Грома, конечно, посложнее, как видите. Плюс берс. Сложно-сложно идет. Да, даже не в... Ну, в принципе... 27%. Это, конечно, маловато. Но бочка до сих пор жива. Ну, нужен отхил. Был бы ангел. В принципе, посмотрите, насколько замедляет. Очень круто замедляет ледяха. Вообще без вариантов просто. Только единственное, что дальники могут добежать и ударить. Вот. В чем прелесть данного героя? Так. То есть вариантов для прохождения этой подземки реально очень много. Главное правильно пускать, делать через черепа разгон. Возможно, давайте попробуем еще... не через черепа. Сейчас поставим воодушевление. Вернем обратно ангела. Так, тут у нас был ледяха, вот так вот. Поехали, не через черепа попробуем. Тут не через черепа.
Вот со стороны Арктики, вот отсюда попробуем, где очень много башен. Можно было, в принципе, из тыковки стартовать. Вот такой вариант можно пробовать. Но опять же, видите, он череп есть, и опять мы впрёмся сейчас в черепа. Ну, тоже пройти, в принципе, реально 39% уже есть. Дальше, не знаю, затащим, не затащим, 41. Мне, скорее всего, раздадут наших всех. Ну, таким образом тоже можно разогнаться. То есть, подземка не из сложных. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки. Всем удачи, всем пока.